Шульгина Валерия, 16 лет. Стихотворение «Врачи». Полярной ночью в ноябре метет, свистит пурга, кладет снега гора к горе, глубокие снега, и как фуганком во весь дух сдирает всякий след. И месяц, звездам он пастух, плывет без сна за кругом круг. Все мирно, может, нет? Не все. Не спит людской недуг, с клыками желтыми злой дух, он точит их о льды, как нож охотник на бруске. Больной же мечется в тоске и требует воды. Недуг в окно стучит всю ночь, угрюмый, как палач. Но кто его прогонит прочь? Шаман? Нет, только врач. Летит он в нартах по снегам, тот ненец паренек. Его всегда встречают там, где кто-то за ним мог. С простым походным рюкзаком, серьезный, молодой. К больному в чум пастуший дом заглянет он звездой. Он не ударит в бубен, нет, не понесется вскачь. Без идолов минувших лет больного лечит врач. Он был рожден и вырастал при свете очага. Теперь он знает весь Ямал. Он сотни раз пересекал глубокие снега. Мороз слезлой, пурги ли шум, суровый путь побед. Врачу небесный купол, чум, будильником рассвет.